Большой приветище, это Barn Finders, и мы продолжаем. Нифига себе, ты видел? Билли телепортнулся. Билли Уилли, здорово, как дела? Собираю хлам, мы поднимаем бабло, охрененная жизнь. Ну да, действительно. Постоянно в мусоре ковыряться и зарабатывать на этом бабки. Короче, в прошлой серии мы натаскали с тобой кучу барахла, мы его продали, заработали немного деньжат. Ну как немного у нас, 559 баксов. И сейчас нам нужно отправиться с тобой, сейчас тебе скажу куда, почта, за двигателем. Амбарный центр, вот сюда, на склад, мост. Не будем долго мудрить, погнали туда. Но пока мы катимся, не забудь опуститься вниз под видео, поставить свой царский лайк и подписаться, если еще не подписан. О да, куча хранилищ. И одно из них продается. Склад мост. Особое мероприятие Майко. Ну чё? Нифига себе, я тут не один, смотри сколько народу. Ваша цель — предложить самую высокую цену на аукционе. Повышайте ставку маленькими и большими фишками. Одержав победу, можете исследовать уровень и собрать все предметы. Крутяк. Парни, здорово. О, это же этот! Себастьян! Ты чё, это дядька съехался, что ли? Отличная новость, братчунка! А то! Я тоже по тебе скучан, Себастьян. Короче, дракониха, а это кто у нас? Саманта! Так, я пойду отсюда, пожалуй, к аукционеру и начнем аукцион. Ну что, я готов, погнали. Что ты болтаешь? Компания Мика – истинное лицо Америки. Понятно, этот тип, короче, вообще не одупляет, что происходит. Короче, наверное, надо вот сюда встать. Да, аукцион, начать. Хотите начать аукцион? Хочу. Дядя Билли, эй, молодежь, лови свои 600 баксов. Ну давай им там всем. Торги начнутся через 1-0 начать. Так, мы торгуемся. Базар начался. Саманта 150 ставит. Я еще на 25 поднимаю. Да ты стебешься, что ли? Моя страна, моя правила. Дракониха отвечает 200 баксов. Поставил. Аукционер явно под чем-то. Ты послушай, как он болтает. 225 дюк поставил. Я еще 25 накидываю. Господи, вот это аукцион. Вот это бешеные ставки называется. Че, все, я сейчас выиграю? Опа, 300. Перебили ставочку. Я на 50 поднимаю. Кто-то домой собирается. Времени совсем мало осталось. Ну чё? О, аукционер уже подгорает. Он сейчас бомбанет от своих скороговорок. Давай, 350. Это все, это максималочка. Ей! Хо-хо-хо! Победили аукцион. Ну, точнее, купили за 350 баксов. Чё, пойдем посмотрим, что мы там нашли. Нам уже открыли хранилище. Сейчас будем тут все собирать, искать. Так. Мусор кругом, мусор. Ценный мусор. Забираем. Тут почечки. Надо все это аккуратненько тут убирать. Вот смотри, вот эта краска. Надо забрать. Ценная штука. Надеюсь, под коробками ничего там нету. Вроде бы... Вот это что это? Ножик? Какой-то... А, нет, это часть бетона. Бетон, бетоныч. Развалился тут уже вовсю. Окраска, банка алюминиевая. Цвет мед, короче, собираем с тобой пока. Это нам пригодится. Выживаем как могем. Тут пустотенечко. Бомжатня какая-то. Слушай, ничего нет. Вот кроме ценного мусора ничего здесь нет. О, нашел какую-то фигню. Какую-то бутылку. Подожди. Я это положил себе в рюкзак. Как мне посмотреть, что у меня в рюкзаке? А походу никак. Это надо в тачку. Опа. Коллекционный предмет. Леви Бенз. Колесо от Леви Бенза. Нифига себе. Чтобы пометить транспорт. Вот это, наверное, горячая клавиша. Сейчас посмотрим. Подобрать через... Опа. Все, отлично. Это загрузилось. Спасибо за коммент о том, что можно не париться, не бегать постоянно в тачку. О, двигатель Джимаха! Крутяк, это забираем. Так, чуть-чуть. Я, кажется, чувствую своей пятой точкой, что мы скоро Ямаху соберем. Это что такое? Это мусор какой-то. Что это тут такое? Это создатель, наверное, этой игры. На кой черт он сюда поместил свое фото? Хотя я бы так же сделал. Вот это что такое? Рисунок женщины непонятной. Ничего тут нету. Опа! Вот это ценная штука. Узор на полу. Плитку какую-то нашел. Угу. Еще алюминиевые банки. Тут пусто. Но есть алюминиевая баночка. Блин, темно. Фонарик нужен. Опс, присел и пернул. Это нормально. У меня уже под 40 лет. Плакат для сбора. Плакат с конем и дорогой 669. Адской дорогой. Так. Можно спуститься вниз. Тут что у нас? Ух ты.
А он у вас? Это у вас, что ли, стоит? Крутяк. Можно как-то попасть туда? Так, что-то не открывается ничего. Щиток починить надо. Я предохранитель нашел. Вот оно что. Я его сюда поставил. Вот что у меня было в рюкзаке. И теперь мы можем сюда зайти, да? Вот оно что. Амортизаторы. Упаковываем в тачку. Убираем тряпочку. А тут у нас диски. Диски. Как один говорит, современный автоблогер, диски. Надо поменять. Шинки забираем. Тут у нас узорчик на стену. За коробками ничего. Потайных проходов нету. Ладно, пускай тут валяется. Мусор! Да, в комментариях также писали, что есть на полу мусор раскиданный. Его тоже надо собирать. Вот, я его сейчас нашел. Надо все хорошо. Вот еще мусор. УАЗик! Кто бы мог подумать. Коллекционный предмет. Я что, весь УАЗик могу спереть? Ты только глянь, я могу его поместить в свой пикап. Правда, мне нужно будет за это заплатить 150 баксов. Ну ладно, давай. 150. Ну то есть на эвакуаторе его повезут. Ну ладно. Закончите игру, и УАЗик повезут. Блин, круто! УАЗик в этой игре, обалдеть. В Америке. А вот еще и колесо от Ямахи. Чума! А это что такое? Колонка. Заберем тоже. У меня такая была. Канистра. О, канистра. Топляк. Это хорошо. Мы сможем отсюда уехать. Вон вниз можно спуститься. Блин, сколько тут классного. Это, по-моему, от какого-то джипаря. Джек 7. Тоже забираем. Мусор ценный. Ящики подкроем. Посмотрим, есть тут или нет. Ни шиша тут нет. Фига с маслом. Портрет еще одного, наверное, разработчика. Неинтересно. Так, маффин. Магнитолочка, руль обязательно. Это я буду, походу, УАЗик собирать. Мусор заберем. Осталось еще немного предметов. Вот этот мусор надо забрать. Тут вроде бы все, да? Хорошечно. Кондей спереть нельзя. Рубку тоже нельзя. Точнее, не рубку, а этот мегафон. Лесенка, это мусор. Лесенка неинтересна. Тряпочка, смотри, за ней что-то спрятано. Ух ты, плакатик какой. Колесико, точнее, шина. Какая-то кровь. Мокрухой пахнет. Убираем стеночку, за ней ничего нет. Хорошо. Сейчас эту тряпочку уберем, тут что-то есть. Вот и двигатель. Тот двигатель, который нам нужно найти. Но сперва я тут еще огляжусь. Может, тут что есть? Есть, конечно, мусор. Мой нюх меня не подведет. И глаз алмаз прям. На-на-на-на-на. Ух ты, статуэтка лягушатина опять. Амадей. Забираем. Комикс. Страница комикса. Отлично, у меня есть еще комикс и телек. С пластырем, типа телек не болит. Шикарно. Двигло забираем. Там вот и... Двигло забираем. Чего это он мне отправился? Бутылки забираем тоже, потому что сдать можно это все. Искомый предмет найден. Отлично. Холодильник есть. В котором все предметы собраны. Отлично. Я типа настоящий ковбой. Как мне только вот это вот собрать? Парочку алюминиевых баночек. В морозилку залезть нельзя. Все вроде бы обыскали. Все предметы найдены. Вот еще. Можно отсюда сваливать. Да? Ну, я думаю, да. Погнали! Ну все, закрывайте это барахлище тут. А я пошел. Пошел еще прошмыгнусь тут. Может, что-нибудь ценненькое найду, я не знаю. О, Билли! Ты что, со мной, что ли, пригнал? Дядя Билли, офигеть, как давненько не виделись, Пукер! Вот этот чувак, это Пукер? Как там твоя мамка? Пукер, отвечай, дядьки. Может, ты спрашивать? Дюк Такер. Это Дюк. Старый долбанавт. Чтоб духу твоего рядом с мамкой моей не было. Так, понятно. Походу, дядька переспал с мамкой вот этого чувака. Это не очень круто. Надо отсюда сваливать. А то реально огребем. Так, о, мусор. Не зря сюда зашмыгнул. Тут у нас что? Я слышу музыку. Как золотой туалетной бумагой. И еще мусор нашел в мусорке. Отлично. Нам надо как-то сюда, походу, залезть. Что тут? Тряпочка какая-то? Туалетная бумага новая. Препятствие. Уничтожьте препятствия с помощью топора. Надо топор где-то купить. Есть топор где-нибудь? Может, в мусорке завалялся? Нет, в мусоре только мусор. Пойдем-ка дойдем, знаешь, до чего? Тут был автомат. Автомат. Обычный автомат, где можно купить всякие приблуды. Спасибо за аукцион, дядь. Очень было круто. Так, топор. Вот он, топор Мика. 300 баксов стоит. Покупаем. Теперь у нас есть топор. Пойдем разобьем те доски. И будет у нас новая туалетная золотая бумага.
халабыч. Ууу, сказочная моя бумажечка. Запердеться теперь можно в туалете. Ну чё, погнали. Я думаю, что все. Эту штуку можно разбить? Вау! Нифига себе, вот это топорик! То есть, получается, я им теперь могу размозить все, что захочу. Практичный объект. Металлолом. Я могу из всякого металла разрушенного брать еще металлолом. Крючак, пойдем-ка, подожди. Подожди. Вот эту бочку взрыва. Да ёкарный. Обалдень, вот это все забираем. Вдруг это нам пригодится. Я не знал, что можно все тут рушить. Ну, в картонных коробках, наверное, ничего нет. Хотя есть какие-то шнурки. Короче, я сейчас по-быстренькому тут все раскурочу, и мы поедем. Ну все, пацаны, спасибо вам за аукцион, все было круто. Я сейчас проверю только тут мусорку. Так, тут ничего нету. Может, вас топором зарубить можно? Не-не-не-не, нельзя. Твоя дядя воняет, как пьяный хряк. Сказали мне. Дракониха сказала. Так, вот это вот все мы нагрузили, все это можно забрать. Я думаю, что пора гнать. Сейчас еще вот тут мусорку пошарю. О, Дашенька пошарился. Тут еще мусор. Короче, я думаю, что в этот раз я все собрал, и можно отсюда гнать. Ты уверен, что хочешь отправиться? Уверен, погнали. Ништяк, погрузили УАЗик. Я за него переживал больше всего. Итак, предметы 16 из 16, искомые предметы 1 к 1, золотая бумага 1 из 1, колесо на предмет 5 из 5, большая машина 1 из 1. Все, все пучком. Мы приехали, уже ночь на дворе. И также в комментариях я нашел интересную мыслишку о том, что если я буду собирать мотоцикл, а его можно собрать, его можно принести вот сюда и попробовать собрать здесь. Потому что тут у нас есть УАЗик. Так, пойдем. Пойдем сейчас запчастюльки принесем от мопеда нашего. Выкидываем все сюда. Давай нажмем кнопочку, посмотрим, что будет. Не, нифига, а здесь кнопочку нажать? Ой, убрал. Случайненько. Ну ты видел? Короче, наш драндулет стоил 1200 баксов. Это прилично. Вот она рама. Ну короче, я притарабанил сюда уже все практически. И я не знаю, как это собрать. Написано, чтобы собрать это, нужно перейти в режим изучения. Но как это... Короче, походу мне еще рановато. Тут вот что такое? Repair Station. Станция для сборки вроде бы, да? Построить ремонтную станцию. Купить улучшательный инструмент. Вот это мне надо купить, и тогда я, наверное, смогу собирать. Но там улучшательный пистолет стоит дорого. Давай глянем. Улучшательная пушка. Построй и настрой свой дом. Давай купим. С помощью улучшательной пушки можно изменять мастерскую. С его помощью вы можете изменять полки, стены, полы и плакаты. Стройте станции, чтобы чистить, чинить и собирать предметы. О, то, что нужно. То, что нужно. Так, значит, где эта улучшательная пушка? Вот она. Дядя Билли уже здесь. Он хочет посмотреть, как я буду собирать. И чего? И как? Вот улучшательная пушка у меня есть. Скорее всего, мне нужно что-то сделать здесь. Вот! Построить ремонтную станцию 800 баксов. Что-то слишком дорого. Можно подешевле что-нибудь там? Построить ремонтную станцию... Мне, в принципе, достаточно было бы и коробок. Короче, невозможно улучшить, нужно больше денег, я понял. Давай все это барахло уберем обратно. Вот, а я пойду, наверное, дрыхнуть. Пойду подрыхну, а завтра мы откроемся и продадим то, что мы нашли. Давай мы сейчас вначале по полкам все разместим. По красоте все намутим. О, 4 колеса, мафа, нормально. Так, сюда что можно? Больше нет предметов. Тут что-то можно построить. Короче, ладно. Погнали, здесь коробочки все разломаем. Может, что выпадет? О, деревяшечки. Металлоломчик. Ну и все, почесали теперь дрыхнуть. Завтра утречко мудренее, как говорится. Вторник, 7 утра. Чума, надо открывать магаз. С открытой дверью спал. Мою задницу, наверное, покусали комары. Ну чё, welcome, как говорится. Тут все открыто? Нет, не открыто. Вот, теперь открыто. Ждем посетителей, зарабатываем бабосики. И надо вот еще почту отправить о том, что мы нашли двигатель. Запаковать и отправить. Новое письмецо пришло. Непрочитанное. Клинт Пик Пушер. Знаю, что никто не возьмется за эту работенку, кроме вас, ребята.
Мне тут птичка напела, что знаменитого Буча можно найти неподалеку от Тихого леса. Что скажете? Кстати, дядя Билли, ты все еще торчишь мне 50 баксов? Паршивец. Ну ладно, примем. Раз дядька торчит, надо. Надо этому Клинту помочь. Ну а сперва. У нас 633 бакса за то, что мы двигатель нашли и отправили. И сейчас еще придут посетители, что-нибудь накупят. И будет у нас 800 баксов. Я смогу построить вам ту штуку, чтобы наконец починить свою Ямаху. Ну, не свою. Так, добрый день, сейчас будем торговаться. Ты извини, что я с топором подбежал. Давай поторгуемся. Хочешь колесо, да, за 42. А я тебе продам за... Плюс 4 бакса, отлично, ништяк. Мужик доволен, я тоже счастлив. 4 бакса наварили. В прошлый раз мы продали все в убыток, потому что я плохо торговался. Цыпа, тебя можно зарубить? О, я цыпу поймал. Цыпа-дрыпа. Прикольно. Так, там посетитель. Курица, беги. Давай беги. Я что, курицу поймал, и она сдохла, что ли? Капец. Ладно, я надеюсь, она очухается. О, Себастьян, здорово. Да, Себастьян убежал. Он не дождался меня. Саманта хочет купить вот эту вот решетку за 88 баксов. Ладно, давай поторгуемся. Фух. Главное не дрогнуть. Неплохо, неплохо. Это мое последнее предложение. За 88 она хочет. Ну ладно, фиг с тобой. Забирай. Цыпа-дрыпа, ты очнулась? Да, вроде бы вон она ходит, все нормуль. Я ж испереживался. Так, чувачок пришел. Дицкие хочешь купить, а? Точно, дицкие. Давай торганемся с тобой. Ух ты, нифига себе. Это мое последнее предложение. Да ты чё, офигел, лысый, это башка. Зашибись, чувак. Чихай отсюда, блин. Опачки, ты посмотри, это же, по-моему, тот инопланетный чувак. Точно, у него накладной нос, это же инопланетянин. Бобби Грей. Чё ты хочешь? Господи, как он болтает. Он хочет купить диски за 61 бакс. Можно поторговаться с ним, еще плюс 6 сделать. Ну-ка. Плюс 5 я могу заплатить. Отлично, люблю инопланетянин. Смотри, как он счастлив. Диски себе на инопланетную тарелку купил. Ну ладно. Так, тут еще есть маффин, шинка и в принципе все. В принципе все. Я все продал практически, еще 3 предмета. Опа, это же Дюк Такер. С мамкой, которая переспал дядь Билли. Так, резиновые колеса, да? Вот так вот. Плюс 9, вообще нормальный навар. Все, давай, чеши отсюда. Еще дядь Такер пришел. Да что ж ты такой-то? Ну правильно, колеса-то надо покупать комплектом. А, он за маффином пришел. Ладно, поторгуемся. Короче, чем тупее покупатель, тем медленнее шкала вот эта прыгает. Я могу нормально сторговаться. Спасибо тебе, Такер, я тебя люблю. Заходи к нам почаще. Знал бы я, что ты так торгуешься, звал бы тебя каждый раз. Мадам Дракониха, которой не нравится, как пахнет дядь Билли. Еще у нее противный голос. Так, ну и чё? Ох ты, блин, как быстро. Ну-ка, плюс 4 бакса. Дороговато, но возьму. Сказал Дракониха и счастливенько убегает. Ну чё, все, у нас 1050 баксов. Это значит, что я могу построить вот эту штуку за 800. Давай сейчас попробуем. О, да! Ремонт предметов у нас теперь есть. Ремонтная станция Мика позволяет ремонтировать испорченные предметы. Чините поврежденные участки, используя ресурсы, добытые из разрубленного топором мусора. Отлично, тогда я, значит, вовремя порубил все в хранилище. Ну чё, попробуем что-нибудь починить давай. Сейчас мы посмотрим, у нас там, по-моему, был телек сломанный, его можно было починить. Вот, смотри, вот эту штуку можно починить, колоночку. Сейчас попробуем, потащили. Ставим ее сюда. Какая-то инопланетная технология, слушай. О, молоток появился. Сломанная зона, починить. А как я это сделаю? О, вот так вот это делается. Быстрее, 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 есть. Починили. С этой стороны. Ништяк, и чё, вроде бы все отремонтировал. Теперь это можно продавать, да? Нести. Все, да, это можно теперь продавать за 160... А, нет, подожди, не все. Не все. Давай повернем. Вот, вот эту часть еще починить надо. Отлично, предмет отремонтирован. Шикардос. Пойдем навариваться. Выставлю его на продажу вот сюда. Так. Что-то не ставится. Подожди. Эх. Давай вначале уберем.
Вот так. А теперь поставим. Во! Пойдем поглядим, что еще починить можем. А еще мы починить можем... Ну, собрать мотоцикл мы не можем. Вот, телек можем починить. Странно, но почему же я не могу починить свой мопед? Ну ладно, хоть телек. И колонку починили, и то радует. Все, телек починим. Пойдем выставим его на продажу. А что вот это за штука? Это что там? Построить станцию сборки. Очень нам нужно-то было. Станцию сборки, ёкарный, а не ремонта-то. Эх, ну ладно. Деньжи сейчас наварим. И, надеюсь, потом сделаем станцию сборки. Так, телевизор сюда. 200 баксов телевизор. 160 заправочка. Короче, если все это продать, у меня будет 600 баксов. Это маловато, чертовски маловато. Ладно, погнали. Погнали, знаешь, куда? Вот, вот сюда, в тихий лес. Нам нужно там... А что там нужно-то? Какую-то статуэтку нам нужно найти. У нас бензина как бы, ну, не очень много, но мы можем купить себе чуть-чуть. Нам нужно две канистры купить. Обалдеть. Ну ладно, покупаем две канистры и погнали.